Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сегодня приехал в Петербург, чтобы участвовать в рейде против незаконной агитации. Ярко-желтые куртки в цветах партии Миронов лично раздавал на улицах газеты и отвечал на вопросы избирателей. А чем ваша партия отличается от других? Что самого важного в вашей программе? И наши агитаторы, в том числе, умеют отвечать на такие вопросы и говорят о том, как мы хотим поменять пенсионное законодательство, сделать его более справедливым, как мы хотим добиться почасовой оплаты труда и ликвидировать МРОТ, про который наш народ давным-давно сочинил такую присказку. Нам все МРОТ да МРОТ, а народ все мрет да мрет. На вопрос, будут ли справедливороссы выставлять своего кандидата на президентские выборы, Миронов обещал ответить 10 декабря.